песни, которые мы не играли уже лет 8. Специально как раз для Одессы мы вспомнили. Ну, естественно, песни из пластинки «О чем говорят мужчины». Отчасти, частично. Но я думаю, что такое... Какой the best of, я бы сказал. Хорошая, да? Компиляция. Скажите мне, пожалуйста, давно вы являетесь поклонниками? Давно. Раннего детства. Да, давно. Уже лет 6-7 являюсь. Последний раз был на концерте именно во дворце спорта лет 6 назад. И одобряю только концерты Би-2 именно во дворце спорта. Где-то, наверное, года два. Но действительно очень нравится, потому что песни довольно глубокие, и можно что-то новое для себя почерпать. У нас буквально на днях вышел третий «Нечетный воин», конкретно это 2.5. Сдавали в московском клубе 16-го. У нас такой сайт-проект, это песня Михаила Карасева, если вы в курсе, что такое «Нечетный воин». А если говорить о нашей... непосредственно на работе, номерной посылке, то мы над ней сейчас работаем, насколько позволяет нам график нашей гастроли. Ну и надеемся где-то к концу года ее, в общем, закончить. Да. Ну, когда я учился в классе, в 10-м, наверное, у них как раз вышел альбом «Meow Kiss Me». Очень мне нравится до сих пор. Полковник. По-любому. Революция. Обожаю революцию. Жду и уже жду, когда они сыграют. Ну, у нас приятные впечатления начинаются с момента, как мы приезжаем в город. Потому что ваш город нам запомнился прямо с 2000-го. Наш первый гастрольный тур был Одесса-Киев. По-моему, первые наши большие гастроли были как раз в вашем городе. Поэтому, конечно, нам нравится город очень. Иногда просто так сюда приезжаем отдыхать. Ну, сегодня я пошел гулять по набережной. Правда, я замерз очень сильно. Ну, вот. Заблудился. Звонил мне узнавать, как на какой улице находится наш гостиный. Турист. Я просто думал, что на визитке, на ключах должен быть написан адрес, по идее. Оказалось, что нет. И, в общем, пришлось обращаться. Скажите, пожалуйста, какие впечатления сегодня? Очень хорошее положительное настроение, и побыстрее хочется уже, чтобы вышли артисты на сцену. Эмоции, у меня восторг полный. Я забываю о всех проблемах. Я сюда прихожу отдыхать, знаете. Они выступают, они играют свою музыку, я их слушаю. Ну, взрыв, внутри меня взрыв. Эмоции отличные. Уже третий раз приходим, значит, эмоции хорошие. Ждем хорошего концерта. Там вообще восторг, эмоции классные. Поэтому я уже жду с нетерпением, когда они выйдут на сцену, нас обрадуют своей музыкой прекрасно. Это круто, это драйв. Но мы надеемся, что будет драйв, как на зверях.
последние предложения, которые поступают для кино, мы, так скажем, ну, с небольшой охотой отзываемся, потому что хочется уже наконец-то играть какую-нибудь роль. А роли пока хороших не предлагают. Да. А играть самих себя, в принципе, ну сколько раз мы уже играем. Поэтому пока мы... Хотя, конечно, мы, у нас наши амбиции не распространяются на систему Станиславского. В общем, нам вполне достаточно. Сцены наши рок-н-ролльные. У нас свой театр, свое кино на сцене происходит, да. Тем более мы с собой сейчас возим замечательного свето-инженера Дмитрия, моего из одного московской конторы, вчера вот как раз он приехал сейчас в Днепропетровск, и там был свет просто замечательно, поэтому мне сегодня будет все тоже круто. Я себя не сотмеваю солнце, и замерзают краткие осени. Такое счастье долго дается. Заслуга любого фильма, в первую очередь, это те люди, которые этот фильм снимают, играют в нем. Музыка, как правило, появляется в фильме уже в самом-самом конце. Ну, о чем говорят мужчины, получилось как-то все параллельно. Шли съемки, и раз, когда мы в Одессе снимались, мы ребятам ставили какие-то песни, которые, по идее, должны звучать в фильме. Какие-то принимались, какие-то не принимались. Голова в уличных лабиринтах, молот и серп луны, свидетель и друг. Вот он не бог и привык доверяться инстинктам, держится крепко за спасательный круг. Знаете, это большая редкость, когда приглашают в кино писать музыку непосредственно для фильма. Как правило, берут песни уже готовые из записанных альбомов, вышедших. И здесь мы, честно говоря, особо не капризничаем. То есть, если люди хотят, то мы с легкостью отдаем. Специальный композитор, специально обученный. И крайне редко, когда музыканты пишут саундтрек, это на самом деле не так просто.
допустим, связанные с Одессой, не только ваши поступки? Это нельзя рассказывать. Можно? Нельзя. Нет, нельзя. Нет. Нет. Чуть-чуть нельзя. Их либо рассказать, либо не рассказать. Давайте так. Когда мы станем старенькие, может, напишем мемуары, тогда лучше узнаете. Тогда все те люди, с которыми... Помирают, да. А мы еще будем живы. Вот тогда, может быть, мы вам все расскажем. Они где-то примерно с 2001 года вообще до этого жили в Австралии, а еще перед этим в Израиле. Вот. Но сейчас успешно существуют в России и успешно гастролируют, периодически пишут новые диски и сотрудничают с другими коллективами. В частности, недавно у них был трибьют с Агатой Кристи. Группа, которая играет веселые песни, на самом деле зануда и скучная. Группа, которая играет драматичные песни, очень веселая. Вот сюда есть моя гримерка, там постоянно хохот и что-то кто-то друг над другом шуточки ставит. Я думаю, завтра у нас будет зеленый концерт в туре, это финальный концерт тура, завершающий с Николаем. Я думаю, завтра что-нибудь, ну, может быть, что-нибудь маленькую подставу устроим. Какие-то методы для того, чтобы разнообразить свою творческую жизнь или сценическую. Допустим, приносятся новые краски в аранжировке песен. Ну, некоторые песни, которые очень давно не исполняются, они вдруг появляются опять в сете. То есть, конечно, мы как-то стараемся свою жизнь сделать более интересный и радужный. Я считаю, судя по количеству собравшихся людей, все-таки рок-культура, она существует и оказывает позитивное влияние на молодежь. Если была возможность вернуться назад, в 15 лет, что бы вы делали? Ничего. Ничего, абсолютно. Что бы вы делали?